Действительно, слово ВДВ. Слово предоставляется Владиславу Владиславовичу Шурыгину. Друзья, я очень горжусь тем, что сегодня здесь. Очень горжусь, потому что я, пока пробирался сюда, встречал лица, кого я встречал под Бамутом, под Ведено, в Сухуми, в Тирасполе. Я встречал тех, на ком все эти годы Россия держалась. Вы на себе вытащили страну из, может быть, самой тяжелой ямы, в которую она еще никогда не попадала. Вытащили с точки зрения как бойцы, как командира. И не ваша вина в том, что сегодня мы собрались здесь. Нам говорят, зачем вам идти сюда на площадь? Вы же десантники. Вы не должны заниматься политикой, не должны заниматься митингами. Какой в этом смысл? А смысл очень простой. Почему наш министр Сердюков, который до этого 3 года игнорировал, вообще не обращал внимания на ветеранов, вдруг побежал встречаться с райской группой, обниматься и рассказывать о том, как он любит военных? Почему вдруг по всем каналам пошли его интервью? Почему вдруг начали выскакивать откуда-то какие-то ветеранские организации с подписями в защиту Сердюкова? Да потому что они испугались. Потому что они перегнули палку, и они замахнулись на ВДВ. И тот откат, который они получили, привел их в состояние паники. Поэтому начали, опять же, вытаскиваться из каких-то пыльных углов, непонятно какие люди, с какими подписями. Поэтому даже лежащим в госпиталях уважаемым генералам начали подсовываться бумаги на подпись в защиту. Мы не будем никого осуждать, но я хочу сказать, если они это делают, значит, они это боятся. Они боятся, потому что есть только одна вещь, которую они действительно боятся страшно. Это слово «правда». И вы носитель этой правды, потому что вы действительно знаете, что происходит с войсками. Вы знаете, что с ними делают. И вы рассказываете, вы говорите об этом, вы несете эту правду. И она для них страшна, потому что общество сегодня уже не обманешь. Найдите сегодня хотя бы на улице 10 человек, которые подряд скажут, да, военная реформа – это здорово. Не найдете, потому что почти у каждого есть кто-то, сын, брат, я не знаю, муж, который бы служил и который оказался теперь за воротами, уволен и никому не нужен. Мы сегодня здесь, потому что мы демонстрируем свое единство. Мы демонстрируем то, что от нас никто не может вытирать ноги. Мы показываем им это, и, поверьте, они будут сидеть у телевизоров, смотреть, будут писаться сегодня вечером отчеты, будет анализироваться, будет доводиться до высоких, так сказать, кабинетов, кто здесь был и о чем говорили. Потому что, повторюсь, они боятся правды. И пока с нами правда, нас никто не победит. За ВДВ! Слово предоставляется Станиславу Терехову. Дорогие боевые друзья, товарищи, соратники, сегодня особый день. Я лично не считаю, что сегодня праздник. Праздник будет тогда, когда мы будем собираться не по поводу Сердюковых и прочей нечисти, а когда будут собираться, чествуют друг друга в свободной, сильной стране, где сильная армия, где высококлассный офицерский корпус. Сейчас этого нету. Уже 2-е десятилетие подряд уничтожают, кромсают, режут по-живому. Самое дорогое и святое, что есть у государства, это армия. А у армии самое дорогое и святое, это офицерский корпус. Меня всегда поражало, две поражали мысли. Почему судьба дарит нам бездарей ничтожество из числа правителей? За исключением одного, Сталина, который был действительно достойным человеком, достойной стране. Стране-победительнице. А после него вся эта мишура, шушера и прочее вылезла наружу. Начиная с Хрущева и до сегодняшних правителей. Это с одной стороны. Почему так не везет нам? А с другой стороны, меня поражает офицерский корпус. Вот мы здесь собрались сегодня. И слава десантникам, что они эту инициативу выдвинули во главе с генералом Ачаловым. Подняли свой голос и открыто выступают, не боясь ничего. Никаких там соглядаев, никаких там записывающих устройств. Прямо и ясно. И наша мысль дойдет, будьте уверены, и до Владивостока. Сегодня мне звонили оттуда утром. И до Калининграда тоже. Поддержка полнейшая. И я уверен, что люди, наши соратники, друзья, выйдут не на праздник, а так же, как и мы, заявят о себе четко и ясно. Мы не быдло.
Мы офицеры, мы солдаты, мы воины. И это должно звучать постоянно, не только сегодня. Нам надо продумать свои действия, чтобы пока Сердюков не уйдет, это как будет для нас бумажкой лакмусовой. И мы должны стоять до конца. Об этом мы будем говорить и это будем делать. Я хотел бы тоже пару слов сказать о том, что эти правители планируют за нашими спинами. Вы, наверное, не знаете многие, что в 2007 году Путин, будучи еще президентом, подписал секретный договор, в котором черным по белому было написано, в случае, если в России случится революция или что-то подобное, то есть народ встанет с колен, то НАТО будут открыты ворота российские. И оно, это НАТО, будет иметь право здесь занимать плацдармы у нас, на нашей территории. Это разве мыслимо, чтобы подписывать такую бумагу? Это акт предательства. И этот человек, ясно дело, он поставил Сердюкова. Это его человек, Сердюков. Значит, Путин, прежде всего, как глава правительства, бывший президент, имеющий и сейчас планирующий вновь стать президентом, несет полную ответственность за что-то происходит в армии и в стране. И не случайно, если он подписывает такие документы, то второй рукой он уничтожает или ставит на грань уничтожения наш братский союз с Белоруссией. Вам известно, что Лукашенко резко выступал против разрушение, резко выступал за союз России и Белоруссии. И что сейчас он превратился в пугало для этих деятелей? Они сейчас всеми правдами и неправдами будут мешать ему вновь стать президентом. 19 декабря выборы президента Белоруссии. Мы со своими товарищами готовы и будем там участвовать в качестве и наблюдателей, в качестве и агитаторов. Потому что единственное светлое пятно в нашем мире, российско-белорусском, это Белоруссия во главе с таким патриотом, мужиком настоящим, Лукашенко. Честь ему и слава. Действительно, белорусам повезло. И заканчивая свою мысль, я хочу, чтобы мы, повторяю, вновь и вновь собирались здесь, не именно на этой площади, а у Министерства обороны, на Рублевском шоссе. Москва наш город. Поэтому слава ВДВ! Вперед! Команда «Вперед!» последует от командования Союза десантников России. Слово предоставляется председателю Союза десантников России генерал-полковнику Очалову Владиславу Алексеевичу. Уважаемые товарищи, дорогие друзья, я прежде всего благодарен Союзу десантникам, руководителям наших региональных организаций, которые поддержали нас в своем начинании. 6 лет мы вместе трудимся во благо нашей России. 6 лет мы занимаемся укреплением, состоянием воздушно-десантных войск. Мы готовим в 120 молодежных клубах наших молодых ребят к службе в армии. И то, что сегодня происходит, это событие не случайное. Люди приехали со всех уголков страны для того, чтобы поддержать вооруженные силы, поддержать ветеранов. Я благодарен всем гостям, представителям, видам, родов войск, которые нас поддерживают. Разрешите мне по поручению чрезвычайной конференции, которая вчера состоялась в Союзе десантников России, предложить нашему митингу принять следующее решение. Первое. В армии нет места хамам и дилетантам, которых простой народ объявляет нерукопожатными. Сердюкова в отставку. Мы просим Верховного Главного Командующего дать моральную оценку поступку Сердюкова. Мы требуем от Государственной Думы взять под парламентский контроль ход военной реформы.
Мы обращаемся к власти. Вы сегодня принимаете на себя всю полноту ответственности, когда своим необъяснимым молчанием отгораживаетесь от решения проблемы и толкаете простых людей к массовым протестным выступлениям. И четвертое. Мы сегодня преследовали только одну цель, чтобы нас услышали. Союз десантников России оставляет за собой право на дальнейшие действия в борьбе за выполнение своих требований. Как положено по закону, если нас не услышат, мы оставляем за собой право на массовые мероприятия, чтобы нас увидели. Кто за? Кто против? Принято единогласно. Ребят, ну а сейчас, в завершение нашего митинга, по традиции, синева. Расплескалась синева, расплескалась, по темняшкам разлилась победа. Даже в сердце синева затерялась, разлилась своим заманчивым цветом. Даже в сердце синева затерялась, разлилась своим заманчивым цветом. Задирали мы бортом шум мотора, синева лежит на крыльях, как краска. Ты не бойся синевы, не утонешь, это сказочная быль. А не сказка, ты не бойся силы, не утонешь. Это сказочная быль, а не сказка. Помню в детстве на горах самолета неизвестные крылья шруты. А теперь нашлась на небе опора, синевою наполня парашюты. А теперь нашлась на небе работа, синевою наполня парашюты. Расплескалась синева, расплескалась, по бельницам разлилась по вагонам. Я хочу, чтоб наша жизнь продолжалась по суровым, по десантным законам. Я хочу, чтоб наша жизнь продолжалась по гвардейским, по десантным законам. Слава нам, братва! Спасибо, ребята! Десантики, наш митинг завершен. Позвольте от вашего имени поблагодарить правоохранительные органы, которые помогали нам его провести, за то, что они не допустили никаких выпадов, нарушений правопорядка. Спасибо вам, ребята. Ребята, десантники. Слава ВДВ! Никто, кроме нас. Никто, кроме нас.